Система образования Одинцовского района самая крупная в Московской области. У нас больше всего учебных заведений, отличников и хорошистов. И у нас больше всего блестящих педагогов. Среди учителей нет случайных людей. Педагогами не становятся, ими рождаются. Вы знаете, никто не задержится педагогике, если он ее не любит. К нам приходят, потому что это испытание работать с детьми. Это надо их любить, как своих родных. Поэтому, наверное, в этом есть залог успеха. Если человек пришел без любви, без уважения к детям, к их родителям, преподавать какой-то предмет, я думаю, что никогда не будет успеха. Они уходят, они не задерживаются, потому что разные времена переживали наши учителя. А когда учитель от жизни, он отдает все детям. Дети – это лакмусовая бумажка, они чувствуют все на расстоянии. Поэтому, когда им все отдали, есть результат. Есть и 100-бальники. Мы сегодня находимся в нашей лингвистической гимназии, которая лидер по 100-бальникам уже несколько лет подряд. И мы гордимся, что у нас самое большое образование в Московской области. У нас огромное количество школ, гимназий, лицеев, дополнительного образования. 128. Это огромное количество. Поэтому наши учителя самые лучшие. В концертном зале гимназии собрались лучшие учителя района. К собравшимся с торжественным приветствием обратился Андрей Иванов. Каждый из вас – это ориентир для десятков и сотен молодых людей, которые только начинают свой жизненный путь. И, безусловно, это огромная ответственность, нести которую вам очень непросто. В череде тяжелых будней, тяжелых рабочих будней, учителю и педагогу сложно сохранять беспристрастность и свежесть мышления. Сложно выдерживать психологические нагрузки и быть уравновешенным. Но я знаю точно, что вам это удается. Подтверждение тому служат высокие результаты учеников Одинцовского района. Наши воспитанники школ регулярно побеждают на конкурсах, становятся призерами различных олимпиад, показывают новые спортивные, занимают новые спортивные высоты. В каждой из этих побед заслуга, безусловно, и самих учеников, но очень важна роль и наставников. Низкий вам поклон за верность профессии, за то трепетное внимание нашему подрастающему поколению, за вашу душевность и отзывчивость. Я поздравляю вас еще раз с праздником, желаю вам здоровья, благополучия, неугасающей энергии, неугасающего вдохновения в вашей работе. За высокие достижения в профессиональной деятельности педагоги были награждены именными премиями главы Одинцовского района, благодарственными письмами. Много хороших слов в этот вечер звучало со сцены в адрес учителей. Не остались в стороне и родители. Обжигает поцелуй. Я сгореть хочу дотла. Большинство учащихся отдыхает на каникулах, педагоги готовятся ко второму триместру. Интересная тема уроков, новые открытия и новые победы. Все это впереди. Учебный год только начинается. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».